Привет, друзья! Интересная Америка. И сегодня мы с вами отправляемся в поездку на городском транспорте. Посмотрим, как устроена городская так называемая электричка в США. В частности, компания Metrolink предоставляет такие услуги наряду с Amtrak. Но если Amtrak – это популярнейшая, крупнейшая система поездов, то Metrolink – это, собственно говоря, система электропоездов. На одной из станций мы сейчас купим билет, отправимся в Лос-Анджелес из города Тастина, Оранж Каунти. Значит, первое, что когда мы приезжаем сюда, мы можем оставить машину здесь вот на паркинге. Это абсолютно бесплатно, если ты покупаешь билет, и, собственно, можешь уже ехать. Дальше. Билет можно купить двумя способами. Это если установить мобильное приложение с их веб-сайта. Ну, чаще всего это делают с мобильного приложения. Либо со специальных терминалов киосков, которые установлены на каждой станции. Ты можешь купить билет в одну сторону, потом в другую сторону на станции пребывания, либо купить сразу в обе стороны один билет. Итак, мы отправляемся покупать билет и ждем наш поезд. Вот такой вот терминал, на нем табло. Выбираем, что тут у нас, купить билеты, какой карточкой платить, либо кэшем, one way, round trip. Можно купить 7-дневный пас, билет. Ну, в данном случае нам нужен в обе стороны round trip. Выбираем станцию назначения, Лос-Анджелес Union Station, это самая основная в Лос-Анджелесе, наш пункт отбытия. $20 стоит раунд-трип, $10 в одну сторону, $10 в другую на одного взрослого. Выбираем способ оплаты. Ну и, соответственно, платим. Вот наш билетик. Вот такой. Metrolink – это система пригородных железных дорог в Южной Калифорнии, обслуживающая округа Лос-Анджелес, Оранж, Риверсайд, Сан-Бернардино, Вентура и Сан-Диего. Система состоит из 8 линий и 69 станций. October 6, 1992 компания Amtrak заключила контракт с линиями Вентура, Санта-Кларита и Сан-Бернардино, начала осуществлять пригородные перевозки под отдельной сетью Metrolink. We'll be right back.
На 2023 год количество пассажиров Metrolink составило около 5 миллионов человек в год, или около 17 тысяч пассажиров в день. Пойдем наверх. Вот мы и на борту. Интересная особенность, туалет не открывается, пока поезд стоит в станции. Только до половины зайти нельзя. Для кого удобен такой вид транспорта? Я бы сказал, что в первую очередь это для студентов. Мы когда там садились, встретили довольно много молодых парней и девчонок. Во вторую очередь для тех, кто работает в Лос-Анджелесе, но живет, к примеру, там, в 20-30 милях. В общем-то, ездить каждый день, это 5 дней в неделю на работу, утром и вечером, тратить на это больше часа. А порой даже трафик, если стоять, весь LA загружен, можно даже и до 2 часов потратить для того, чтобы добраться. Но, с другой стороны, в принципе, вот от Тассе, например, откуда мы едем, и до станции Лос-Анджелес Юнион, время займет у нас около часа, 50-55 минут. Вот. Но, в принципе, естественно, для тех, у кого нет автомобиля, этот транспорт один из способов добираться в такие крупные города, если ты живешь далеко. Вот. Очень интересно то, что, например, из Лос-Анджелеса в Сан-Диего, куда проложен маршрут Metrolink, можно добраться примерно за 2,5 часа. Этот же маршрут из Лос-Анджелеса в Сан-Диего, либо наоборот, может занимать на автомобиле примерно до 4-4,5 часов. Поэтому, в общем-то, очень удобно для того, для тех, кто хочет из точки такой вот дальней в такую же дальнюю точку добраться как можно быстрее, ну, исключая, конечно же, самолет. We'll be right back.
Лос-Анджелес Юнион Стейшн, одна из самых больших железнодорожных узлов здесь вообще в округе. Все, мы в Лос-Анджелесе, пойдем Когда выходишь из станции, из здания станции напротив улицы, попадаешь в такое вот аутентичное место, пропитанное таким типичным мексиканским духом. Рынок практически такой, как у нас, на котором можно купить все. Это такое вот барахолка.